Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трэш. Все-таки решили сливать героя, чтобы перекачать его опять. Слив ради прокачки того же самого героя, но других вариантов просто пока что нет. Это печально. Это печально, что приходится вот так вот перекачивать героев. Почему? Потому что вот этой вот срани у нас целый... Сделайте, блин, не знаю, почтовый ящик 100, 200, 1000, чтобы оно валялось хотя бы, и была возможность потом забрать. Но это нереально. Многие плюхи пропадают. Короче, полная дичь, из-за чего иногда бывает очень сильно бомбит. Потому что тебе приходится тратить ресурсы из-за того, что ты не можешь их получить. И сливать героя. Ну, короче... Короче, как обычно, это AGG. В общем, вот так вот пришлось нам слить с вами Ронина и опять же его прокачать для того, чтобы просто тупо забрать плюхи и добить островок и посмотреть, какие у нас все-таки призы и сколько мы чего получили за 10к. Были. Вот так вот, ребята, и живем. Слава богу, расходников здесь хватает. С книгами тоже, видите, в любом случае, когда будет у него перелимит книг, ему все равно придется частично их продать, частично прокачать, перекачивать кого-то, потому что, как и у меня, я не могу у себя открывать пятые сундуки из-за этой проблемы тоже. И у него то же самое. Они просто тупо уходят в перелимит. Называется... Фаст прокачка Ронина. Я надеюсь, теперь хоть сможем мы добить. Короче, полный трэш. Париться с этими IGG. Так, давайте сразу ему качнем. Это все ради того, чтобы продать камешки желтенькие и слить синие кристаллы. Потому что мы просто тупо не можем нифига сделать. Либо качать прорыв. То есть одно из двух. Ну и то мы сейчас, конечно, сделаем с вами. Но это просто печально. Вот так вот и живем, ребят. Так, есть. По-другому вообще. Либо у тебя будет на почте оно ждать, пока не пропадет целую там неделю. Сколько там неделя у нас, по-моему, держится. Сейчас сделаем как раз вторую эволюцию. И сможем наконец-таки убрать эти камни отсюда, блин, долбаные, которые мешают просто тупо нормально зафармить. Ну вот, все, почтовый ящик забит. Как от этого реально иногда бомбит? Тут ты нифига сделать не можешь. Ты сидишь, блин, и тупо перекачиваешь. Делать вот реально заняться больше нечем, перекачивать одного и того же героя. В
Почему нельзя сделать сразу же, блин, понять? Вот они сделали этот обмен там 40 тысяч, вот он сделал 40 тысяч, пооткрывал плюхи по акциям, и в итоге у него получилось фуловый обмен, и опять забитый сундук, прокачал героя, и дальше нефиг делать у него тоже. Вот пятые у вас максимальное, вы нифига сделать не можете. В общем, как обычно, трэшуем. Поменять 15 тысяч карт. Он будет у нас соживой максимальной. И теперь понесла. Сейчас немножко прокачаем на авто и пойдем с вами дальше открывать островок. В общем, спасибо, IGG. Вы, как обычно, даете нам возможность нормально играть без проблем. Но, как видите, проблем дофигища, и они не решаются, они не меняют баги, не убирают их, не фиксят. Все, что у нас делается, это чисто добавление доната, 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 доната. Хорошо, хоть сделали здесь авто прокачку. Еще было бы круто, если бы они ее сделали, и можно было просто ее свернуть и дальше играть, выбивать. Но, к сожалению, ну вот посмотрите, по 15 камней нам минимум надо будет где-то 20-й прорыв качнуть, чтобы можно было забрать камешки. Оно сейчас быстро, в принципе, будет. Что я могу сказать? С острова падает дофига. Реально дофига. Чем дальше ты копишь, естественно, пыльцу, тем больше топовых плюх с выхождением каждого нового острова ты получаешь. Соответственно, у него, вот он попозже начал донатить, у него за минималку доната, да, то есть у него нет столько доната, сколько у нас там, кто играет намного дольше, у него фактически такой же аккаунт. То есть такие же плюхи, такой же аккаунт. Понятно, некоторых стареньких вещей у него нету, как, например, здесь с питомцами, некоторых скинов, но это, в принципе, дело такое. Одна-две обновы, и, в принципе, он добьет это все, но разница, конечно, существенна. То, что были герои стоили раньше, то, что сейчас копейки, соответственно, они убили полностью всю экономику. Ну, видимо, они знают, что они делают, они разработчики, им виднее. Но это, конечно, печально. Так, с какой там у нас уже нормальная камешка, уже по 50 идет. Качается прорыв, ты себе сидишь. Кстати, можно выпить кофейка. Целый час, ребят, ушел. Даже больше на этот остров. На 10 тысяч пыльцы. Поэтому вы видите, мобильная игра для донатов это тоже целый час потерять ради того, чтобы открыть плюхи. Еще и солнце вылезло. В общем, беда, печаль, беда. Сейчас будет побыстрее, сейчас начнутся нормальные прокачки посильнее, и, соответственно, заберем и посмотрим уже, сколько каких плюх в итоге мы получили с вами, и стоило ли оно того или нет. Ух ты, как хромакей красиво просвечивается. Мы зеленеем, ребят, весна приходит. Весна, все зеленеет, птички поют. Еще немного, еще пару дней, и, в принципе, сколько у нас в этом месяце дней? 29. Все, на выходных уже начинается весна. Так, нам надо 1000, сколько у нас там, 34. Сейчас еще пару раз пусть обновится. До 20-го, в принципе, как раз нормально. Можно будет забрать и пойдем дальше с вами трешевать. Ну, удобно. Вот это вот реально удобно, то, что они сделали возможность такой прокачки. Ты себе взял, прокачал и не паришься. Блин, как хромакей прикольно просвечивается. Смотрите, опчик, пропало. Все зависит от солнца, тучи. Просто лень уже вставать. Уже прирос к этому креслу. Так, 20-й прорыв есть. Отлично, нам, в принципе, хватит. Поехали. Получить. 3800 камней забрали, поехали дальше. Я думал это все вместить, ну, изначально в один видос, но потом я понял у себя, открыв плюхи на английском сервере, что этого не получится.
Потому что это будет часовой видос, как минимум. Его потом рендерить, играться с ним. Да и никто не будет целый час смотреть. А так короткие видосики по 10-15 минут. Каждый день у вас будут. Интересно, сколько все-таки мы камней отсюда получим. Что в итоге у нас получится, сколько героев мы соберем. Так, ну тут нам осталось еще два заходика где-то так. Мы, в принципе, все плюхи уже сможем с вами посмотреть. Что в итоге мы получим за этих 10 тысяч. Опять ушли в лимиты. 17 камней. Ну тут уже проще. Потом поставим на прокачку и вы докачаем. Сейчас еще последний заходик этих мучений. Пойдем с вами открывать плюхи. Так, есть. Отлично. Ну что, наконец-то мы закончили. 673. 3, читайте, 3 мастера рун мы собрали. В итоге у него получилось 673, плюс у него там 3, 6 штук. Он забирает, ну вот так вот заберем. 6. Божество было у нас 180, 5 штук. И лис то же самое 5. Вот так вот, ребятушки. В итоге мы имеем нормальное количество героев. Не знаю, что он их меняет, но, в принципе, чтобы в складе валялись. Что у нас в итоге получилось? Как я и говорил изначально, в первом видосе я говорил, 6 мастеров рун, леди божество и лис. Неплохо тогда. По 8 штук получилось. Так. Так, потому что у него там еще они были. По подаркам поехали. 113 Prime Emblem. Блин, солнце, конечно, так портачит. Хромаки. 144 ящика Валентины. Ну что, поехали, посмотрим, что нам надропает с ящиков Валентины. Ну, как видите, камикроки очень редко падают. Сменки падают, камешки. Камешки, ну... У него этих камней уже валом. Так, ну сменки ему однозначно нужны. Ну и давайте откроем Prime. Топовые эмблемки. Посмотрим, как ремка-водушка. Стабильно. Тут вообще не упало. 4 ремки. Фига себе. Нормально так нападало. Так, окей. И самое интересное, сколько же нам упало за 10 капельцы? 28 камней. Так вот. Вот такой вот, ребятушки, у нас трешачок. Давайте подкачиваем. Где-то он линейку героя начал качать. Тут 99-е. Еще где-то у него были. Не докачиваю. Тут уже все 100-е. Ну, я говорил уже, что всех героев не прокачаешь все равно. В 99-х, ладно. Можно его тоже улучшить. Есть. Ладно, соточка. Атлант. Тут не докачано еще. Так, что тут у нас? Бигфутика можно улучшить. На максималке тоже будет интересный.
Я сначала смотрю таких героев, которые действительно будут интересны на максималке. Потому что можно, конечно, всех сразу подряд прокачивать, но он решил всех, но их все равно всех использовать сразу не будет. Некоторых у него даже нету. Так, начнем Атланта. Еще кого-то одного. Давайте Арктику качнем. Вот так вот. Плюс 99 дает. В общем, такие вот, ребятушки, у нас дела. Пишите комменты. Вот плюх получили дофига. Я считаю, реально круто. Так, надо поставить еще на прокачку. Обратно же того же самого Ронина, докачать его. Плюх, плюх реально дофига. Ну, столкнулись с проблемами, опять же, тех же самых лимитов. Это проблема, то, что приходится сливать героя, потом его перекачивать. Но по расходникам, конечно, дофига. 6, целых 6 новых героев собрали, остальных там по 8 собрали. Ну, то есть намного больше, а то и 10. Ну, я показал вам. То есть там количество реально дофига их. Но опять же, куда их девать? Вот сейчас они стоят копейки, если раньше там 400-500 баксов 2 месяца назад, месяц назад они стоили, сейчас эти герои стоят 10 баксов. А в некоторых серваках их раздают бесплатно. Ну вот так вот. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, вступайте в гильдию Асгард на АЭС-сервере. Топовая гильдия, первые места. Будем, думаю, еще на этом аккаунте, опять солнышко вышло, тестировать героев. Я у себя пока жду каких-то интересных, ну, на АЭСе здесь поинтереснее падают плюхи, нежели у нас на английском. Я жду, мне камней надо дофига и перекачивать, опять же, героев в линейках. И ему тоже надо будет дофига перекачать еще, потому что у него не все очки есть. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.